Добрый день! В сегодняшнем уроке мы с вами рассмотрим принцип выполнения двух основных элементов техники фриформ. Это будут обвитые столбики, мы их свяжем в полотне листика, а также пышные столбики, которые станут основой лепесточков в нашем цветке. Для работы мы будем использовать пряжу двух различных оттенков и крючок. Приступаем к выполнению. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяем в кольцо, выполняя соединительную петлю в первую воздушную. Далее 1 воздушная петля подъема. И в колечко мы провязываем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 последний столбик. Завершаем ряд, выполняя соединительную петлю, воздушную петлю подъема. Мы обвязали колечко, далее 3 воздушные петли. Из них 1 воздушная петля подъема и 2 по узору. В следующий столбик без накида мы выполним пышный столбик из 5 столбиков. Я выполняю накид на крючок, завожу крючок в вершинку столбика, захватываю рабочую ниточку и вытягиваю вот такую длинную петлю. Дальше мы повторяем накид, заводим крючок в ту же вершинку, захватываем рабочую ниточку и вытягиваем длинную петлю. Дважды повторили накид и вытягиваем длинную петлю. Трижды. Четвертый раз и последний, 5-й столбик. Захватываем рабочую ниточку и сейчас протягиваем через все петли на крючке. Выполняем 1 воздушную, теперь 2 воздушные петли и столбик без накида в следующий столбик без накида обвязанного нашего колечка. Мы с вами выполнили 1 лепесточек. Теперь повторим. 2 воздушные. Накид на крючок. Заводим крючок в вершинку следующего столбика. Захватываем рабочую ниточку и вытягиваем длинную петлю. Повторяем. Накид. Длинная петля. Накид. Длинная петля. 4-й и 5-й раз. Захватываем рабочую ниточку, протягиваем через все петли на крючке, закрепляем. Теперь 2 воздушные и столбик без накида, следующий столбик предыдущего ряда. 2 лепесточка мы сделали, повторяем. 2 воздушные, накид и вытягиваем петлю. Снова накид, повторяем второй раз, 3-й, 4-й и 5-й. Захватываем рабочую ниточку, протягиваем через все петли, закрепляем 2 воздушные петли и столбик без накида уже в следующий столбик предыдущего ряда. Мы провязали 3 лепесточка. Всего их 6. Я провязала все 6 лепесточков. И теперь остается провязать 2 воздушные петли и выполнить соединительную петлю, воздушную петлю подъема. Наш цветочек готов. Дальше мы с вами приступим к выполнению листика.
Сейчас завожу крючок под любую арочку, вот тут неважно, из двух воздушных петель, и меняю цвет нити. Набираю 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. В третью воздушную петлю я выполняю столбик без накида и далее провязываю ряд столбиков без накида. Первую воздушную петлю провязываем последний столбик без накида. Первый ряд листочка нашего готов. Далее мы выполняем 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Работу переворачиваем и провязываем столбик с двумя накидами. Провязали как основу. Затем на этом столбике мы выполним 4 обвития. Для этого я выполнила накид на крючок. Завожу крючок под сам столбик, захватываю рабочую ниточку и вытягиваю петлю. Это первое обвитие. Затем повторяем. Накид под сам столбик, захватываем рабочую ниточку, вытягиваем петлю. Второе обвитие. Накид. Третий раз мы повторили, накид, и четвертый раз повторили. Теперь захватываем рабочую ниточку и протягиваем через все петли на крючке. У нас получился столбик с двумя накидами, с четырьмя обвитиями. Обвитой столбик. Дальше мы действие повторим. Два накида на крючок. Выполняем сначала столбик с двумя накидами. И обвиваем накид, вытянули ниточку, накид, второй раз, третий и четвертый. Захватываем рабочую ниточку, протягиваем через все петли на крючке. Снова выполняем 2 накида на крючок и провязываем столбик с двумя накидами. Затем накид. Под сам столбик завели, вытянули ниточку, второй раз повторили, третий и четвертый, и протянули. И выполним еще один столбик с двумя накидами, точно такой же. Первое обвитие, второе, третье и четвертое. Захватываем рабочую ниточку и протягиваем через все петли на крючке. Вот 4 обвитых столбика с двумя накидами мы выполнили. Следующие столбики будут с одним накидом. Один накид на крючок и провязываем столбик с одним накидом. Здесь мы выполним 3 обвития столбика. Накид. Захватили ниточку, вытянули, второй раз повторили и третий. Протянули через все петли. Следующий столбик точно такой же. Столбик с одним накидом. Накид на крючок и обвиваем. Первый раз, второй, третий. Протянули. И теперь третий столбик. Столбик с одним накидом и делаем 3 обвития. Первый, второй, третий.
протягиваем через все петли на крючке. Далее мы провяжем полустолбик. Я делаю накид на крючок, завожу крючок в вершинку столбика, захватываю рабочую ниточку, вытягиваю петлю и провязываю, протягиваю рабочую нить через все три петли на крючке. На полустолбике мы выполним два обвития. Точно так же накид и обвиваем. Затем протягиваем через все петли на крючке. Дальше выполним полустолбик, еще один, но уже без обвитий. Полустолбик и два столбика без накида. Первый и воздушную петлю подъема. Второй. Листик наш готов. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Сегодня мы с вами научились вязать два основных элемента техники фриформ. Это пышные и обвитые столбики. При этом посмотрели, как использовать данные столбики, пышные в полотне цветочка, а обвитые в полотне листика. Я желаю вам творческих успехов!